Армия для меня прежде всего это любовь к родине. Армия это школа мужества. Я горжусь тем, что я служу в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан. Думаю так. Перед тем, как пойти в армию, у меня, наверное, как и у всех, были определенные сомнения по поводу идти туда или нет. У меня есть дедушка, который у меня воевал, у меня есть отец, который служил в те 90-е годы, 80-е годы, когда была совершенно другая армия. Их слова, их фразы, которые они рассказывали из той армии, из того периода, они, конечно, на меня давали особое воздействие. Со временем я уже общался со своими друзьями, которые служили. Они рассказали мне, как сейчас современная армия, что она из себя представляет, что там есть, чего нет. И я понял, что надо обязательно сходить и узнать, что же на самом деле представляет себя эта армия, что значит быть солдатом. Когда я пришел в армию, я, в принципе, сначала не понимал, куда я попал. Я осознавал то, что я иду в армию, я просто по-другому представлял. Но придя в армию, я увидел коллектив, где есть товарищество, где есть дружба, где есть командиры, которые помогают нам, которые нас обучают. Здесь совершенно другое мировоззрение. Сейчас нету дедовщины, сейчас наоборот только поощрение за дисциплину, поощрение за положительные примеры. Нету того, что вы где-то как-то нас унижали, наше человеческое достоинство, оскорбление, еще что-то вроде. Нет, я сейчас полностью уверен, что армии бояться не надо. В армию надо идти, а армию надо отслужить. With my brother and my sister stand.